Специальное предложение только сегодняшнего дня. Наберитесь терпения, будет очень интересно. Главное, горячая цена. Совершенно верно. Мы предлагаем вашему вниманию многофункциональный набор для профессионального использования наконец-то у вас дома. 27 предметов, друзья мои. Вспомните, когда шеф-повара сначала обжаривают и отправляют в духовой шкаф, чтобы получить самый лучший гарантированный результат. Посмотрите, мы обжарили мясо, потом поместили в духовку, и это сделали при помощи сковороды, сотейника, она же форма для выпечки. Это самый многофункциональный набор из 27 предметов. Звоните, заказывайте прямо с утра, чтобы вечером уже без своего набора не остаться. Их не так много. Друзья мои, самое главное, это многофункционально. Здесь в комплекте полностью есть все. 27 предметов. Итак, мы начинаем. Сковородка, она же сотейник, она же форма для выпечки. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь могли себе представить, что вы в сковородке, например, будете выпекать прямо в духовом шкафу? Нет, а в ковше? Оставайтесь с нами, мы прямо в прямом эфире вам докажем, как это можно сделать. Самое главное то, что помимо сковородки сотейника, вы получаете в комплекте все самое необходимое, а именно... и кастрюлю объемом чуть больше 6 литров. Вы получаете кастрюлю чуть меньше 4 литров. Вы получаете кастрюлю чуть меньше 3 литров. Ковш и кастрюля маленькая объемом чуть больше 1 литра. Вы получаете набор аксессуаров. Вы получаете фритюрную сетку в комплекте. Олег, меня интересует следующее. Смотри, подарки, это, конечно, хорошо. Цена только сегодня красного цвета. Это вообще великолепная цена. За такую стоимость одну кастрюлю можно сейчас купить. Меня интересует, здесь есть, смотри, фритюрница. Ты показал, что можно и в духовке тоже использовать нашу сковородку. Да. Это многофункциональный, можно сказать, набор по доступной цене. Расскажи, как еще мы можем его использовать? Рассказываю. Ну, например, мы можем готовить все жидкие блюда. То есть мы здесь можем готовить и суп с фрикадельками фасолевый. Здесь можем идеально приготовить картошку тушеную. И при этом, друзья мои, она абсолютно не разваливается. То есть она у нас внутри полностью готова, но при этом не раскиселенная, как обычно говорит Ольга Мокшина. Смотрите, идеальные цельные части. Это многофункциональный набор для профессионального использования. О, профессиональное использование, вот это вот интересно, с этого момента поподробнее, Олег Сотников, пожалуйста. Когда мы говорим о профессиональной посуде, да? На что указывает профессионализм? Ну, первое, мы рассказали, что это 27 предметов, самое главное, пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно. Угу. Оно находится у нас, друзья мои, именно вот в этой части. Вы знаете, как она работает? Друзья мои, внимание на экран, я сейчас рассказываю. Итак, давайте посмотрим. Пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно. Это уникальное изобретение, которое было придумано еще в прошлом веке. Уникальность заключается в следующем. То, что первый слой идет нержавейка, второй идет алюминий, прослойка, три слоя, то есть несколько слоев друг за другом идет последовательно. Вы меня спросите, что это мне дает? Я пришел и подготовил вашу посуду, которая у вас дома, которая не имеет этого дна. Смотрите, когда мы готовим, например, вот компот варим в обычной, смотрите, сахар у нас пригорает. Ага. Кроме того, вы оттереть это абсолютно не сможете. То есть это пригорело. В пятислойном термоаккумулирующем капсульном дне это не произойдет. Сковородки обычно пригорают, а вот такие вот перцы раскиселиваются. Теперь пойдемте посмотрим, друзья мои, в чем преимущество нашей посуды. Так. Пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно. Уникальность следующая. То, что вы посмотрите, мы готовили перцы, и при этом, друзья мои, они у нас абсолютно не раскиселились. Смотрите, они имеют идеальный внешний вид. Блюда, которые вы будете готовить в нашей посуде, они никогда не пригорят. То есть каша также не придется, как обычно мне это приходится. Мне очень нравится, что, смотрите, перцы все целые. Как правило, вспомните, когда мы готовим перчики, они разваливаются, правильно? А у нас теперь будет с вами лучшие блюда на Новый год. От цена!
который действует только сегодня. Красного цвета 5999 рублей. Да еще и бесплатная доставка за счет телеканала Shop & Show. Давайте я вам покажу, что в комплекте вы сегодня получаете. Это полноценный набор, который заменит все ваши старые вот эти кастрюли, которые только что Олег Сотников показал. Выбрасывайте, ведь в Новый год совсем новым. Давайте с удовольствием готовить на нашей кухне. Ну, многие сейчас скажут, вот такая кастрюля, например, в магазине стоит 1500 рублей. А, давайте посчитаем, сколько будет стоить весь набор в вашем магазине. Ну, ковш, например, 2,1 литра. Ну, Олег, не меньше 1000 рублей, правильно? Совершенно верно. Например, кастрюля с крышкой 6,5 литра, 2,5 тысячи рублей. А здесь 27 предметов, и мы еще не включаем все кухонные наборы из 7 предметов. Минимум 12 тысяч рублей. Друзья мои, и мы движемся дальше. Мы подготовили вашу посуду, которая у вас дома. Вот она. Давайте сравним, в чем отличие нашего набора. Казалось бы, новый алюминиевый казан. Даже есть штрих-код. Смотрите, что я делаю. Новый, я его еще не использовал. Я сейчас на ваших глазах протираю его, и алюминий остается на салфетке. Смотрите, в чем преимущество наше. Я беру, на ваших глазах у нас новое, и наша салфетка абсолютно чистая. Смотрите, пойдемте дальше, покажу. Если вы готовите, допустим, кисло-сладкие, допустим, как фасолевый суп с фрикадельками, или, допустим, щи или борщ, у вас никогда не получится вкус лишнего металла. Здесь идеальное качество. Посмотрите, суп с фрикадельками при этом не окислился. Ну и, соответственно, получается настоящий вкус супа, а не металла. Слушай, а хранить суп можно в этой посуде? Не будет закисать? Ни в коем случае, нержавеющая сталь. Это инертный материал, безопасный. Ну что такое нержавеющая сталь? Вот расскажи, в чем преимущество? Что такое пятикапсульное дно, которое обладает наш набор посуды за 5999, а? Я рассказываю. Дело все в том, что у нас хромо-никелевая сталь. 18% хрома, 10% никеля. Хром отвечает за нержавейку, а 10% никеля – это блеск. Профессиональная готовка, полная комплектация, ну и, соответственно, идеально храним. Еще раз рассказываю, все самое необходимое. И есть фритюрная сетка в комплекте, и все вот такие вот для солонка, перечница, ну и фритюр. Успейте купить, заказывайте прямо сейчас.